приближением череды праздничных вечеринок самым актуальным становится вопрос внешнего вида. Но здесь главное помнить, что корпоративный праздник и дружеская вечеринка совсем не одно и то же. А для того, чтобы произвести впечатление, не всегда нужно слепо следовать моде. Да, я собираюсь на корпоратив, мне бы желательно какую-то прическу сделать и подобрать что-то под мой наряд. Я буду в черной блузке, это будут расклешенные черные брюки. Легкая такая, да? Да, блузка легкая, шифоновая блузка, прозрачная. Хочу, чтобы вы открыли лицо. И объем какой-то. Да, наверху. Объем наверху. Да. На корпоративные вечеринки я не рекомендую делать каких-то вызывающих причесок, начесов, объемов каких-то. Лаконично. Корпоративный праздник – это целая система тонкостей и правил. Здесь нужно учитывать и возраст, и статус. Главное правило – умеренность и аккуратность – распространяется на одежду, прическу и макияж. Хотелось бы сделать что-то сдержанное, но в то же время очень интересное. Поэтому была выбрана коричневая гамма, сделать смоки-айс, глаза делать выразительными, яркими, вечерними, интересными. Конечно, учитывается определенное событие, но главное, чтобы макияж подходил именно человеку. А вот на дружеской вечеринке как раз приветствуются смелые эксперименты. Это прекрасная возможность проявить индивидуальность и неординарность, а также учесть модные тенденции. У меня, значит, будет наряд. Это туника. Она такая легкая, скажем, темно-синего цвета. Что бы вы мне могли сделать? Хочу вам предложить примерно таким образом. Локоны достаточно очерчены, но опять же они смотрятся достаточно естественно и мягко. Такая прическа возможна в двух вариантах – четкие кудри или специально разрушенные небрежные локоны. В данный момент нам требуется легкость, воздушность, чтобы это смотрелось актуально. Примерно, а быть немножко лохматой – это достаточно стильно в этом сезоне. В макияже также можно позволить самые смелые цвета. Хотел сделать макияж яркий, своеобразный, интересным, очень, может быть, смелым по цвету, да, но ей очень хорошо идет. Мы обговорили все детали, как, что, в чем она будет, поэтому, конечно, макияж создавался с учетом ее колористики и, конечно, наряда. Итак, независимо от формата мероприятия, главное соблюсти во всем гармонию и не нарушить цельный образ. А если учесть все детали трудно, то стоит довериться специалистам. Одежда для моделей предоставлена бутиком «Уна». Эстетик-центр «Камильфо» – уникальные косметологические программы для лица и тела. Кабинет репродуктивного здоровья женщины. Парикмахерский зал категории Gold. Все виды маникюра и педикюра. Камильфо. Здесь все так, как надо. Елькина, 43.